отгадываем героя. По фрагменту это может быть оружие, типа шляпы, одежда, все что угодно. Опять же, ты мне показываешь, это картинки 2002 года. Уже на него куча шмоток вышло, никто же в этом не ходит. Это старое, это все старые коллекции. Ребята, не пользуйтесь этими вещами. Следите за модой. Бу-бу-бу. Похлопаем. Нет. Похлопаем подсказка этому господину. Подсказка не засчитана. Я сказал Драгонайт, чисто порофлить себя. Ты такая, ну какой Драгонайт? И такая, пам. Что это? Ну, похоже на либо пояс какой-то, либо на плече, на котла, может, какого-то. Не, подожди, это какая-то... Это маунт какой-то, правда? Да. Это маунт, учитывая, что это белый маунт. Вряд ли это Тамиран, это больше похоже на маунт какого-то котла. Котел? Котел. Котел, возможно, не знаю. Котел. Ну, это конь какой-то. Что-то или потл. Потл. Так, цепи красные. Где ты их видел недавно? Цепка или дым. Найкс. У кого могут быть цепи? Эмбер, может быть. Огненные цепи. Ну, герой с цепями, только приходит властелин какой-то. Это или Мортал Акса какого-то, или ЦК, или... Лина Акс. А, подожди, мы тупо варианты долги... Нет. Один вариант сказать? Ну, не один, да. Можешь... Цепи, Хаус Найт. Нет. Лучше. Эмбер Спирит какой-то. Кто еще с плетки бьет? С плетки. А, так это Пудж, очевидно. А, ну, с арканами нормально. Не знаю, показывай. А. Черт, новые арканы. На Найкса? А, на Пуджа. Пудж, арканы на Пуджа. Морфлинг? Гирокоптер. Гирокоптер? Нет. В смысле нет? А что это такое? Это рука. Это рука? ПЛ? Морфлинг? Нет. Это хусик. Нет, не хусик. Подожди. Это фантомлансер. Ну что это за маленькая зелененькая ручка? Какая-то противная рука. Ну я пытаюсь понять, что там такое желтое. Это тело. Да, я понимаю, я веду. Веномансер. Что? Нет? Какой веномансер? У него рук нет. А, секунду. Кто такого цвета? Лишак какой-то? Это Керри. Да блин, Керри, Инжейков, я на них не играю. Я даже не представляю, кто голубенький Кэрри. Дроу, кажется. Может, ты вверх ногами специально перевернула? Нет. Ну, рука, вот тут уже тело начинается. Да-да, тело у него красивое. Ну, показывай. А, медуза? Серьезно? Кто? Я не слышу, но... Это рука, это Тони. Понял, рука. Ну что, у него бицуха перевязана и предплечье. Ну, что сейчас? Раста. Все, показывай. Ладно, показывать. Медуза, лол. А, да, очевидно был. Ну давай, показывай, чудище какое-то. Боже. Нага. Не знаю. Дискосновый. Медуза? Да. Медуза. Что это такое? Яйцо что-то? Как я должен это угадать? Лол? Вы что, подсказку давайте. Это коленка. А, коленка. Фантомка. Нет. Акс, не. Колено. Это колено. Колено, да. Ну, яйцо феникса. Давай, из чего сделано колено? Питлорд. Нет. Тай. Нет. Смотри, какое колено. Ну, видишь, это не совсем как мясо. Ну, робот какой-то, да? Скелет, Крис. Нет. Ну, какой-нибудь Драгон... Клокверк? Похоже. На Драгон Клокверка? Да. Не, ну вряд ли это какая кунка. Ну что такие дрыщевые ноги-то? У кого штырь вместо ног? Бруды какой-то. Штырь вместо ног. Что? У тебя штырь вместо ног. Стыдно не отгадать. Так стыдно, я что, на ноги ему смотрю? Даже не подумаю, потому что ненавижу его. Да, не знаю. А, лол. Вопрос нет. Тимберсо, понял. Тимберсо? Я мне догадался. Да я понял уже. Ой, копье какое-то. А кто ж так стоит с ним? Это значит, оно вот так должно быть. Не копье. Стрела. Так, ну это, может, Мирана какая-то стрела. Это копье? Нет. Что это?
Это не копье? Это фрагмент оружия, да. Это не стрела. Па. А, надо. Свен, Мирана. Котел. Лешрак. Верка. Нет. У кого есть стрела? Мирана? Это не стрела. Это не стрела, это копье типа? Нет. Что? Это не копье и не стрела, но это уголок оружия. Наплечник. Кинжал. Круглое оружие. Phantom Assassin. Сайленсер такой же, но кто? Это очевидно. У них одинаковые пушки. Сайленсер. Понятно. Сайленсер, ясно. Да. Это сайленсер. Doom. Очень похожий меч. Doom. Нет. Doom. Это меч горящий. Да. У кого может горящий меч? Свен. Рейскин. Даган Кнайт, милишник, ну кто? Миллер? Эмбер. Миллер, Эмбер. Да. Ну что это, все нелюбимые мои герои? Ну простите, кто их не любишь? И что это такое? Эмбер Спирит? Часть тела? Эмбер? Эмбер. Правильно. Дровка? Нет. Мирана? Нет. Батмана? Пашка. СМ-ка, может быть, даже? Нет. Так, на женский персонаж? Да. Это шлем? Нет. Это Падма? Нет. А что это такое вообще? Я не понимаю. Синий герой, не знаю. Не знаю, да. Понятно. Кого еще из женских персонажей не назвал? Луна? Луна. Луна. Этого ты точно Луна. Любишь. Луна. Да. А что это за часть? Это ее шаланда. Шлем. Это шлем у кота. Шлем у кота, ну так я шучу. Милишник опять же, да? Шейкер? В смысле, это не брейсер его? Это брейсер, но не его. Акс. Не, хаосно. Нет, с щитом ДК. Это не щит. Акс? Нет. Нафиг Кнайт? Нет. Ну это же щит. Нет. Нет? Это наплечник. На... Шейкер. Брейсер. Это ДК. Это щит. Это не щит. Это наплечник. Это хоули щит. В смысле это не щит? Это голова сейчас скажи, да? Нет. Окей, ДК, Хаос Найт. Дум. Только вот желтая кожа дальше. Кто еще такой? Чумазенький у нас. Ловкач, да? Желтый. Желтый ловкач, такого нету. В смысле это не Вин? С мечом. С мечом. С большим мечом? Большим. С мечом? Ловкач? Такого нет. Они не могут удержать меч. Ну, Dragon Knight. Нет. Подожди, тихо. Акс. Нет. Там меч держит. Ты это видишь же кожа какого цвета. Не знаю. Не знаю. ДК. Не ДК. Керри Милишник. Это Джаггернаут. Джаггернаут? Фу. Джаггернаут. Поехали. Джаггернаут? Понятно. Я думал, два меча. Прости. Ну и что это? Это как будто ковер этот. Ковер. Говоришь, что это ковер. А чей это ковер? Стали говорить, что это ковер. Что это такое? Что это за хрень? Ну... Шейкер. Феникс. Энигма. Какая энигма? Это ковер. Это шмотка? Это анимация? Это у героя такой... Шерсть? Да. Хускар. Раста. Нет. Ну кто с мехом? Шейкер. Титан. Пангалье? Хускар. Нет. Это что? Там будет Хускар вообще в этой игре? Нет. Блин. Бристол? Шкурка? Да, ну, шкурка. Ну, получеловек, полуживотное. Бист? Кстати, еще свисает. Животное, у которого свисает? А, ну, задница Манки Кинга. Ну, конечно. Манки Кинг? Да. Ты слышишь, кто героев сзади поворачивает вообще? Ну, вы бы еще снизу как-то камерой так показали. Если можно было еще. Что там есть? А, понятно. Грибочек какой-то. Ты сам грибочек. Да что-то знакомое, но...
Ну ладно, Свен. Морф. Антиморф. Это не кейт. Что это? Так кто это, я не знаю. Вупсень. Тихо, ты что ты сразу поворачиваешь? Где Шрак? Ну, я не знаю, что это. Что? Это шляпа его. Шторм Спирит. Это было легко. Не знаю даже. Я этих героев никогда не использую. Шторм Спирит. Ну, а тут шляпу легко. Шторм Спирит? Это шлем у Шторма. Да. Это Геннеча специальность. О, это я знаю. Это Тайт. Это Фурион. Это... Фурион. Нет. Тайт. Нет. Стардар. Сларк. Андерлорд. Сларк. Кунка. Сларда, может быть. Это не чешуя. Ну, смотри, все белое. Тускар. Тут даже белое. Да. В смысле беленькое? У него чешуя. Но беленькое. Это металлические вставки. Это вот белое что-то. Пояс. Омник. Омнинайт. Да. Ясно. Чешуя Омнинайта. Омнинайт, окей. Круто. Омнинайт. Да. Так он не играет на нем. Ну, не его специальность. Он жадный, он не фармит. Это не его герой. Это скорее мой. Посупортить. Так, ну это перышко какое-то. Или плавник. Это хвост. Или что? Хвост. Нага. Нет, это Санкинга хвост. Или наги. Нет. Сларда. Нет. Ну это плавник нага, значит. Нет. Не нага, точно? Тогда это медуза. Вайпер. У кого еще плавники? Тайтхантер. Сларк. Тоже Керри. Сларк. Да. Дальний герой или ближний? Ближний. Сларк. Да. Сларк. Да. Я не знаю, показывай. Это Сларк? Блин, уже по водяным пошли, я почти уже, почти дошел. Не знаю. Ладно. Знал. Конечно. Ладно, это суперсложная игра. Это Enchantress. Паунч! Enchantress. Видишь? Изи было. Enchantress. Инча. Enchantress. Винрейн. Коза. Инча. Так, ну это чья-то нога и его броня. Темплар Ассасина? Да. Это Драгонайт. Саш, какой Драгонайт? Посмотри, какие лосины. Это Темплар. Драгонайт. Какой Драгонайт? Темплар Ассасин. Ланайя. Темпларка. Потма. Это Брейсер. Это нога. Нога? Опа. Да, да. Шейкер. В смысле нет. И у кого такая нога, кроме Шейкера? Это какой-то урод. Это Мипо. Ау! Это Пангольер. Нет. Как говорят, тварь. Так, если это не Пангольер, это какое-то другое мифическое создание. Ну, я таким не играю. Ну, из той же таверны. Ну, из той же таверны, но я таким не играю. Ты стоп! Куда? Дай угадаю. Блин, что так ноги согнуты? Я точно это знаю, но не помню. Я же злюсь, вижу на эту ногу и злюсь. Ну это какой-то вообще прям противный такой. Давай намек какой-то. Стрэнджевик. Ну, Стрэнджевик, Абадон. Сейчас пойдем. Шейкер. Дерется руками. Кулаками прям? Да. Я играю таким героем? Нет. А, алхимик. Алхимик. Алхимик, о боже. Алхимик. Алхимик? Это алхимик, да? Да. Это тоже колено? Не, не колено. Сумочка. Сумочка в эрке. У кого есть еще сумочки? Сумочка Виндрейнджер? Нет. Что нет? Я тебе такую же найду у нее. У нее колчан есть. Да есть у нее. Вич-доктор, но это тоже не он. Так, это может кошелек? Так, у кого кошелек и зеленый? Фурион? У Фуриона сумочка. Это Фурион. Фурион. Фурион? Да. О, это сундучок. Точнее, это сумочка. Сумочка, я вижу, такая, да, тоже. Фурион. Красава. Чья такая рука некрасивая? Андерворд какой-то, нет? Урса, Некрономикон, Варлок. Лина. Ну да. Ну дайте подсказку. Четвертый или опенинг? Тускар. Клок. Ну лапка, смотри. Урса. Лапки, у него лапки. Блусигер. Тут далеко, походу.
А, я этим героем даже не играю, я не знаю, какие у него спелы. Shadow Demon, может? Ну, не знаю, ладно. Ой, что-то очень знакомое. Пангалер, кажись. Это Туска... О, это Пангалер. Осталось... Пангалер. Да, все, пошли мои. Это Пангалер. А это что такое? А это? Так это легко. Это Блудсикер. Блудсикер? Блудсикер. Закончились варианты. И Блудсикер, это... Тут мешок с рыбкой. Рыбка, то есть он официант? Да. Кунка? Оракл. Мешочек с рыбкой. Нага, может быть. Кто рыбку у нас собирает? Тайдхантер. Кунка. Виверна. Ладно, мешок, огромах. Нет. Виверна с мешком. Тусик? Виверна с мешком. Тускар. Да. Это у Тусика рыба лежит. Слушай, я никогда не замечал. Я тоже. Опа. Так, Тускар. Тусик! Вот я не угадал Тусика! О боже! Позор мне. Shame! Shame! Shame, shame, shame! Shame on you! Дазл. 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 Последний. Дазл. Ну это тоже сет 2002 года, Дазл. Это все. Давай посчитай. Не надо, не надо считать. Надо, Федя. Надо. Мама. Мама.